небольшая перестановка, может быть, временная, не знаю. В общем, дети теперь не в загородке. Теперь у нас в загородку ушла вольерчик Феодосия с малышами. Вот так, чтобы им было там комфортно. А этим детям уже все, им уже ничего не надо. Они уже сидеть там не собираются, они сегодня целый день спят за пределами вольера. Это морячок носится. Это вот такой период, который начинается после месяца, когда они выходят из своего домика и больше туда не заходят. Ну, могут зайти там, уснуть кто-то один. Ну, в принципе, их туда уже не засунуть. Поэтому мы их выпускаем в свободное плавание. Да, вот так. Погрызушки уже грызут. Корм кушают сухого, кушает Анфиса. С дельфинчиком. Фазанова нас тут развлекает весь вечер. Это в зубах морковка. Это невероятная шкода такая. И просто наблюдать за ним не можно бесконечно. Это просто. Это шкодная, крошечный, пушистый, смешной. Да, мое солнышко. И мое это дельфин. Это мотобор. Я их начинаю различать. Но сверху их не различить. Они оба черные подпалы. Мутабор. А это дельфин. А выражение мордашек у них, конечно, разные. Вот они, котики, веселые. Это вообще... Вон, посмотрите. Вот это вот весь вечер. Боже, ты когда уснешь еще? Золото сладкое. Такие вот у нас 12 часов ночи. Пора ложиться спать. Разве можно оторваться от наблюдения за вот этой прелестью? Это такой кайф, это такой позитив, ребята. С хвостом тети Жасмин решил поиграть, да? Жасминка, кстати, им родственница. Если Филечка им прадедушка. Жасмин, ты что? Бабушка двоюродная, бог ты мой. Что хочешь с этими собаками? Здравствуйте, Кариша. Вот такие вот зайки. Взрослые. Такие взрослые. Я не могу их не снимать, ребята. Это просто какое-то чудо. Ой-ой-ой.